Ich heiße André Richter. Ich bin Tischler. Ich wohne in Tomsk. Красиво, народа много, как говорят, молодежь сейчас, тусовка определенная. Мы всегда на все праздники, и не только праздники, собираемся постоянно у нас. Мы вместе ходим и на лыжах, и куда-то на реку, и праздники отмечаем. Это самовар памяти от бабушки Берты Карловны. Это моей мамы. Моей мамы, да, вот мама Андрея. Немецкие корни у меня и с маминой, и с папиной стороны. Они уроженцы Поволжья. Мама родилась в 1914, отец в 1910 году. Так что я считаюсь чистокровным этническим немцем. Столярным мастерством я занялся еще в детстве. Меня интересовало, но тогда что там было? Топор, ножовка и рубанок. Я вот, учась в пятом классе, смастерил табуретку и участвовал в районном конкурсе. С российско-немецким домом тесные отношения. Меня пригласили участвовать в конкурсе работ. Я принес несколько своих изделий, показал. Им очень понравилось. Я считаю, что проведение таких конкурсов – это интересно. И если это будет достоянием большего круга людей, может быть, кого-то это сподвигнет на занятие тоже чем-то полезным для себя. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы вертеп вот очень быстро сделали. Я удивился еще, помните, мы попросили там буквально вот на прошлой неделе. Традиции у нас соблюдались. Мы и Рождество всегда отмечали, немецкое, Пасху отмечали. Мама всегда на празднике выпекала какие-то фигурки. Утром мы вставали, она доставала из печи зайцы там, верблюды, всякие зверюшки. И вот угощала, потому что семья-то была очень большая. Хотелось бы пожелать молодежи, да и не только молодежи, не терять себя, найти интересное дело, чтобы это поддерживало тебя, чтобы это радовало окружающих.